Всем привет! Это путеводитель по городам, и мы приехали в самый классный город, наверное, да, как в этом городе говорят. Это город Славск. Находимся не просто в городе Славск, мы находимся в его центре. Ну, мне кажется, это вот видно, да, потому что находится сзади меня. И прямо сейчас мы пойдем пообщаемся с самыми классными жителями этого города. Это проект «Окей, Гурьевск». Поехали! Мне нравится Славск за его красоту. Яркие улицы, смотрим на природу. Славск и Москва, Славск и Москва. Славск и Москва, наши города. Вы сами живете здесь, в Славске? Да. Классный город? Ну да. Учитесь или что-то, работаете, может, где-то уже? Нет, уже не учимся. Ну, они учатся, я не учусь. Ты уже не учишься? Да, я. Тебе не понравилось, да, или ты? Нет, я уже закончила. Молодежные какие-то места есть? Здесь есть кафе только и все. Как называется? Галактика. Галактика. О, тут целая галактика в Славске. Микромарк. Слушай, ну меня прям вообще парит. Я не могу прям общаться с вами пока вот. Дорогой. Привстань. Как вы вообще считаете, ребят, в Славске умные люди живут? Да. Нет. Да. Нет. Да. Давайте, да. Вот тем более, завтра какой день? Завтра 1 сентября. 1 сентября день чего? День знаний. День знаний. Давайте сейчас подтвердим, вот позащищаем честь родного, правильно, здесь сердце, да, вот, родного Славска. И я задам буквально несколько вопросов, вы ответите просто на них. Вообще без проблем. Какой стиль искусства появился раньше, барокко или марокко? Какие-то такие. Барокко. Марокко? Марокко, мне тоже так кажется. Барокко типа пораньше появился, а марокко чуть попозже, да? Да, как стиль. Кто придумал закон Ньютона? Блин. Физика, должны физику знать, да, мне кажется. Да, по физике 3. Ну, вообще слышали такой закон Ньютона, слышали, да? Конечно. Ну да. Ну кто мог придумать? Блин. Нет? На каком водоеме состоялась битва на Чудском озере? Что-нибудь попроще бы сказать, спросили. Да. На каком водоеме? Битва на Чудском озере. Я не помню. Тут река какая-то, море, может, было. Это река. Река была, да? Да. Сколько длилась знаменитая Столетняя война? История. Я не помню. Вик, сколько длилась Столетняя война? Ты из Славска? Да, я из Славска. Что можешь вообще сказать про этот город? Ну, этот город очень хороший, я этот город очень люблю, и здесь очень хорошая погода. Слушай, ну ты в курсе, что ты самый модный вообще житель Славска? Я знаю. Почему? С чем связана вот эта шапка? Шапка связана с военной базой. Может быть, мы ее прямо сейчас на камеру как это взорвем хлопушку и прям такое шоу сделаем? Я хотел для... Да? Как она там взрывается? О-о-о! Давай! Я не знаю как. Я, короче, не знаю. Короче, не получается. На самом деле, ты просто не хочешь ее взрывать, потому что брат тебе вторую не купит, да? Наверное. Что вообще про Славск можно сказать? Хороший город? Хороший. Куда надо сходить? Да у нас некуда сходить. У нас по поводу культурной программы никак вообще не организовано. А может быть, вы займетесь культурой? Нет. Вот все, знаете, любят говорить, что ой, у нас ничего в городе не происходит. А давайте вы что-нибудь сделаете, какое-нибудь шоу свое. Пародистов или двойников Аллы Пугачевой. Мне кажется, у вас бы прям хорошо получилось бы. Вы бы зарабатывали большие деньги. Ну, да, на Алла Пугачева действительно. Позови меня с собой. Я приду сквозь злые ночи. Вообще, наш Славск, конечно, им нужно заниматься, вкладывать деньги, ум. Если нас смотрит какой-нибудь молодой, богатый инвестор, занимайтесь Славском. Занимайтесь. Занимайтесь им. Занимайтесь, очень просто, занимайтесь. Все, а если понадобится помощь, вот есть замечательные две дамы, которые могут взять на себя эту роль. Распределяться вашими деньгами. Это точно, это мы можем. В таких обычно маленьких городах все магазины названы в честь имен. Ну, видимо, очень прям креативные люди, которые открывают эти магазины. Давайте просто для интереса посчитаем, сколько мы таких магазинов найдем в городе Славск. Вот первый мы нашли магазин, который называется «Танюша». Второй магазин – «Ариша». Магазин, как бы вы думали, «Настя». Чуть-чуть общение чуть-чуть. Не надо общения. Не хотите общения? Не любите общаться? Нам только что сказали, что Славские самые общительные люди. Да не, не, вообще не. Ничего. Вон хотят поговорить. А, я понял, у вас типа свидание, мы мешаем. Нет, серьезно? Просто личный разговор. Личный разговор? Да. Свидание, да, все-таки? На свадьбу позовете? Да. Спасибо большое. Что можно рассказать про этот город? Все убирается, все. А молодежь вообще творят такие дела. Жал. Скажи, беспредел творится. Здесь молодежь гудит так, что вы охренеть. Так это ж хорошо. Это единственный город, где молодежь еще гудит. Пирожки. Вот мы вот до вас ходили, мы как-то улыбались, позитивно было. Вот вы сейчас с вами пообщались, и как-то грустно стало. Да, что? Просто вам правду скажут. Здесь все, каждый по себе, вот как говорится. Давайте напоследок закончим интервью на какой-нибудь веселой информации. Что-нибудь веселое скажите напоследок. И мы... Да все у нас в городе хорошо. Все, есть! Слышь!
Домой! Видите, вы влиятельный человек. Вы прям взяли, крикнули, и он побежал домой. Дайте 50 рублей, пойду лучше похмелюсь. Вы же сами говорили, деньги зло. Деньги зло. Деньги зло, зачем? И всех деньги? Не заработаешь. Ну, вы закончили невеселое интервью. Последнюю информацию веселую, и мы прощаемся. На все будет, Славский, отлично. Я за Васильича. Вот зачем опять закончили непозитивно? Не про Васильича не надо было говорить. Ой, бляха. Мы про город Славск приехали снимать. Вы сами со Славска? Сейчас. Не Славска? Или вспоминаете? Я в Славске. Что здесь происходит? Что обычно здесь молодежь делает в Славске? А работаешь где-нибудь? Ищу работу. Наконец-то мы подошли к тому, чем мы можем тебе помочь. А страницу есть какие-нибудь ВКонтакте, в Инстаграме ты можешь есть, чтобы тебя зайти и посмотреть? Есть. Александрус 2013. Почему 2013? Так просто интересно. Это год. Это год, да. Прям сейчас мы тебя найдем. Все, вот давайте договоримся. Если вы найдете в Инстаграме его, вот последняя фотография. Вот ты здесь побритый, слушай. Угу. Красивый такой, 19 да. августа. Это вот 19 августа ты не брился. Угу. Ну, нормально. Все, вот эта вот фотография, давайте покажем ее. И там вот 12 лайков. Ребят, это не серьезно. Нужно больше лайков, сделаем Сашке больше лайков. Что про город можно? Мы про город приехали с ним. Славск большой приятный город с достаточно хорошей инфраструктурой и добрыми жителями. На самом деле, что бы я себя ни спросил, все равно будут ждать вопроса про твою прическу. Как ты вот к этому пришел? С детства общаюсь с такими людьми. В Славске есть такие люди? Ну, немного таких, конечно. Сколько у вас? Ты еще два человека, да? Да нет, конечно. Ты согласен, что это немножко в таких городах, как Славск, это типа смело? Ах ты, ну узнаю. Ну, люди да, все равно как-то... проходят, тыкают пальцем, что-то все равно же говорят, как-то обращают внимание на это. Ну, просто смотрят на это. Это, так скажем, остатки, пережитки прошлого. Слушай, ну а противоположный пол, как-то девочки на это как-то ведутся? Так скажем, в той культуре, где я, да, а многие другие, ну, наверное, нет, я просто с такими не общаюсь. Все, надеюсь, мы тебя не задержали, не опаздываешь никуда? Да, нет. Тебя не выгонят из-за этого, из клана твоего, нет? Да нет, конечно, там все адекватные люди. Про Слав снимаем, про город. Да, поняла. Сами из Славска? Да. Мы ждали, мы тут бесконечно ходили бы, пока нас не узнали. Все, поэтому мы теперь можем спокойно уезжать домой, благодаря вам. Давай прямо сейчас мы докажем, что в Славске живут самые умные люди. Кто придумал закон Ньютона? Какой стиль искусства раньше появился, барокко или марокко? Барокко. Я не знаю. История, нет? Ну, барокко или марокко, как думаешь? География, марокко? Уже история. Марокко раньше появилось. Да. Где лучше? Где красивее? В Славске или в России? Где лучше? В Славске. В Славске лучше, чем да. В Зоне. Ну, мы снимаем про город, про Славск. Что можно про него сказать? Вы сами со Славска? Нет. Ну, вы же здесь бываете часто? Славска, да. Куда можно сходить обязательно? В город, куда надо обязательно сходить? Бассейка, Кирха. Все, больше здесь нет. Все, больше нечего делать. В Славске вообще любовь живет? Есть в Славске любовь? Да, конечно. Могла бы себе найти парня в Славске? Или он у тебя и Славская, в принципе? У меня нет парня. Нет? Давай найдем тебе. Хочешь давай. Найти? Давай. Серьезно? Да. Давай. С параметров начнем сперва. Он должен быть высокий. Высокий, конечно. Выше меня. Выше тебя. Сколько да. у тебя рост? У меня 1.75 м. Все, 1.76 м уже есть шансы. Нет? Нет. А если сильно? Каблуки одену? Это что? Что мне с ним делать? Телосложение какое должно быть? Ну, должен быть... Ну, не накачанный, нормального телосложения, не толстый. Ну, я не могу. Не, почему? Это реально, может быть, тут тебе напишут. Так, давай. Кари. На. 763 подписчика. А я все без парня. Если вдруг вам понравилась Карина, а она вам понравилась, ты ответишь? Обещай только. Подписчики потом не просят нас. Они скажут, мы написали, ты нас обманул, она даже не отвечает. Смайлик какой-нибудь. Конечно. Что можно про город сказать? Какой город? Классный? Ну, я бы не сказал. У нас на вокзале здесь воняет говном. Ну, конкретно говном. А так город замечательный. У тебя есть изжога? Изжога? Да, мучить? Нет? Кстати, нет, нет. А такого. Тебя оператор мучит изжога? Кивни, да, или нет? Не мучит. Нет. Слушай, у нас тут есть источник, их таких два в мире всего. Ну, минеральной воды, она прям изжогу на раз. А чем вы можно заниматься, Славский? Чем вы занимаетесь? Я хлеб пеку. Вы пекарь? Да. Мы почему-то так себе и представляли, Славский пекарь, а вот какой прям... Ну, я 2 через 2. Сейчас у меня 2 выходных, я пью. А давайте сформулируем какие-нибудь 3 правила вашей жизни. Найдешь женщину. Найти женщину. Да. 2 правило. Сделаешь ее счастливой. И 3 правило. Родишь сына и сделаешь его счастливым. 4 правило. Ну, хуя ты 4-й мне говоришь. Ты не били ни разу такой вопрос задаешь? Не знаю. А надо? А? А надо? Ну, я не знаю. Ты засранец вообще. Почему?
Да потому что тебе ударить хочу. Мне приятно очень с тобой пообщаться, ты все правильно сказал. Но тем сказал. Не менее вы хотели дать мне поебал. Да, да. Так, ну потому что ног тут столько вопросов задают. Че чудите, пацаны? Зачем? Зачем? Как игра называется? Догони меня. Догони меня и положи на асфальт и ударь, да? Я игра. А ты чем занимаешься, Славский? Ничего. Ничем не занимаешься? Да бычки собирает. Бычки собирает? Давай мы закончим ваше интервью, знаешь, как, чтобы это было круто. Можно попросить тебя колесо сделать, Мария? Опа! Все, вы должны похлопать все, похлопайте. Похлопайте все, похлопайте все. Давайте похлопаем. А что, может, мы устроим гонки, кто быстрее? Все, готовы, да? Все, 3, 2, ну ладно, поехали. Давай, кто быстрее, давай, давай, давай. Вот и подошел этот замечательный выпуск из города Славск к концу. И напоминаю вам, первое это халява от Кэшбэри, реальный косарь. Делайте репосты видео ВКонтакте у себя и пишите «хочу в Кэшбэри». Дальше мы ставим лайки Сашке в Инстаграме. Не забывайте, до сотки надо дойти, у пацана 12 лайков. Мы ему поможем, нашей большой армии. И ищем парня Карине. Тоже обязательно пишите, пацаны, там в комментарии, тоже в Инстаграме, что хотите. В общем, любая активность. Ну а мы поехали дальше по другим городам. Всем спасибо, что смотрите. И самое главное, распространяйте наши видео. Это все легально, пусть все смотрят. Пока.